Или как? Я не очень помню. Z86, не это, не испытывай меня. Тебе уже и так можно мут дать, как минимум. Так что не поддерживай флут времени. Вообще, я сейчас начну муты раздавать за флут. Потому что ребятам, по-моему, уже пофигу. По-моему, все уже забили на то, что есть правила чата. Ну, или кто-то забил. Девять двадцать утра у Никитоса. Но это, наверное, Владивосток. Если вообще Россия. Башни мобофермы. К сожалению, мобофермы перестали работать почему-то. Точнее, они работают, но как-то выборочно. То есть люди говорят, одни говорят, что работает, другие, что не работает. Моя мобоферма в ЛП не работает. Почему-то. Слышал, что, мол, пофиксили. Бог с ними. Мне только одного жалко, что я не могу теперь добывать кучу пороха и быстро расчищать огромные пространства. Так что, возможно, придется с этим что-то придумывать. Ну, если не смогу строить, читерить не буду. Слоу 90 секунд, по-моему, стоит. Колумбии, наркобарон. Да, я знаю, шутка оригинальная, просто пипец. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, 9 блоков. Так, вы видите, у меня уже камень просто кончается. Как будто и не было у меня его с собой полные карманы. Григаник или игра и... Не знаю, в общем, как твой ник читается. Я много на какие вопросы не ответил. Это не повод капсить. За капс у нас не особо... Капс у нас тут не особо любят. В частности, я. В частности, выдаю баны. Ох, как бы не навернуться от сели. Так, ладно, сделаем проще. Ну, отлично, у меня еще и земли нету. Да, вода-то ладно. Мне в любом случае, если я упаду, будет плохо. Сориентироваться не успею. Стрим еще будет идти, пока я не закончу строить вот эту башню. Ну, может быть, минут 30-40. Я думаю, этого достаточно будет, чтобы ее закончить. Хотя вот ночью я ее строил, вот ту башню. Да, показал. Ну, в общем, вот ту башню. Ушло где-то, ну, часа полтора только, потому что я много раз заходил в отдельный мир, где у меня уже такая башня построена, ну и приходилось как-то подсматривать постоянно. Борода 007, это тот, который тут грозился на Майнхак зайти. Ну как, зашел? Я прям смотрю, тут вовсю бегаешь, играешь уже. Только, видимо, на какой-то другой майнхак.
Так, доделать тут. Так, ну теперь мне есть где подсматривать, если что. Башня для красоты, а людей в деревню я уже затащил. Блин, мимо. Да, кстати, качество звука у вас должно было сильно улучшиться с предыдущих стримов, потому что я его увеличил до 128 тысяч там чего-то. В чем там звук измеряется? Конечно, на YouTube я это буду скидывать. О чем вопрос? О чем речь? Ну, что? Поехали. Мне надо кучу земли достать. Ох, сейчас тут половину долины смоют. А, подъем будет долгий. Ну и фиг с ним. Эпик джамп. Да нормальный джамп. Да, надо стекла взять. Напомните, если уйду без стекла. Как день прошел? Проснулся, застримил. Все. За интернет заплатил. Вагизоид, наверное, так ник читается твой. Я уже притащил туда пару жителей, там куча дверей, куча домов. Деревня как бы закончена. Это просто размножение, то есть для размножения их. Исключительно для размножения, так скажем. Так, чего я сюда пришел-то хоть? Кто-нибудь мне напомнит? А, землю, точно. Вот. Ну, раз молочко не слышал о правилах чата, то вот, вот за подобное написание получает мут. Так, стекло я взял, да. Забор. А, да, забор, кстати, тоже. У меня же там этот. А, штучек 10 возьму. На всякий пожарный. А то вдруг. И камни надо взять. А, да, я выбил ботинки из зомби, по-моему. Блин, камня просто... Я боюсь, что... Хотя нет, должно хватить. Вот то, что вы видели камень на прошлом стриме, вот весь он ушел на две башни. Потом тростник соберу. Я не буду убирать слоу-мод, в чате и так черти что творится. Как это страшно сейчас выглядит. Башню пока не закончишь, она вообще стрёмно выглядит. Но зато потом... красота. О. Да взял я стекло, взял. Взял, хватит. Хватит флудить, я взял стекло. Вот стеклянные панели. Так, ну что, поплыли. Нет, на три башни ничего не будет. Не планирую. Что еще надо? 330 человек, идионикс еще надо. Что надо? Еще людей? Хорошо бы. Только откуда их взять? Так мне панели и нужны. Винтовую? Винтовую? Оконную лестницу? Не, не хочу. А винтовую я уже делал, они выглядят не очень. И с окнами пересекаются.
Я, пожалуй, заберу. Так, значит, теперь как-то надо все это воспроизвести. Ну, делаю, как делал. Оп. 2, 3, 4. Ой-ой-ой, какие лаги пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу. Среднюю часть надо будет продлить еще на 3 блока. Напомните, если забуду. Это вряд ли я забуду. Так, сейчас сориентируюсь, подождите. А, ну... Ну да. Кажется, так. Тяжело строить, когда не видишь со стороны объект. Стрим закончится, когда я закончу эту башню. Можешь, в общем-то, идти спать, потому что... Ну, потому что... Посмотрите завтра в записи, кто опоздал. Я прям себя альпинистом каким-то чувствую. Хреновым, но альпинистом. Так, на 3 блока продлить надо центральную часть. Ай. Все. С этим куском все. Опа. Как бы теперь отсюда выбраться? Ну, благо у меня есть дурной опыт в этом деле. Вот так вот. Да, я один раз так с каньона выбирался, который выкопал мой карьер билдкрафтовский. Где Дизам? Не знаю, где Дизам. Почему Дизам должен... Почему Дизам обязан быть тут? Спит, наверное. Он писал, что он пришел, сказал, что устал. Может быть, слушает этот стрим. Если вы почему он не играет на майнхаке, то я повторяю, он устал. Так, 4, 3, 2. О! К нам кто-то пришел. Ну и кто-то это, видимо, Nintendo. Яйцами кидается. Nintendo, хватит безобразничать, я тебя вижу. Так, раз, три, два. С овощем и Дизамом. Дизамом год знаю. Овоща... Ну, сложно сказать. Ну, наверное, пару месяцев овощи знаю. Так. Да. Теперь будут... Тут. 2, 3. Или нет? Не. Стоп. Что-то я совсем запутался.
Так, здесь.